Здравствуйте, уважаемые друзья. Тема дня в эфире. Ведущая в студии Ирина Чекунова. 300-190 наш телефон. Звоните. Кому интересно, задавайте вопросы. Сегодня тема нашего разговора – спорт. Представляю экспертов нашей программы. Уже люди известные, хорошо, я надеюсь, в нашем регионе и не только. Итак, Игорь Таневицкий, главный тренер и руководитель тхэквондо-клуб «Тверь», черный пояс «Третий дан», победитель всероссийского турнира среди ветеранов спорта, чемпион Тверской области, победитель и призер межрегиональных и международных турниров среди ветеранов спорта. Игорь, здравствуйте. Здравствуйте. На самом деле говорить можно очень много, да, но мы уже выбираем самое основное. Евгений Чернов, президент Федерации тхэквондо, Тхэквондо ГТФ Тверской области, черный пояс, второй дан, многократный победитель и призер чемпионатов России, Европы и мира среди ветеранов спорта. Женя, рада вас приветствовать в этой студии вновь. И Алина Сергиенко, тренер детской секции Тхэквондо клуб Тверь, кандидат мастера спорта, черный пояс, первый дан, чемпионка Центрального федерального округа, многократная победительница областных и межрегиональных турниров. Алина, здравствуйте. Здравствуйте. Уважаемые друзья, мы говорим первый дан, третий дан, второй дан. Объясним нашим телезрителям, какой выше, какой круче. Я начну, да? Да. Третий дан начинаю. Третий дан. Третий дан — это самый, это бронзовая ступень, что называется? Нет, там система немножко другая. Вот есть цветные пояса, ага. Что в карате, что в тхэквондо, вот, в дзюдо, во многих других восточных боевых искусствах. Но они идут по нисходящей. Там, предположим, 10-й гыб – белый пояс, там 8-й гыб – желтый пояс. Ага. То есть, чем ниже гыб, тем выше пояс. Чем выше. Да. То есть, к первому мы приближаемся, допустим, это золото. А первый гыб, как правило, и в карате, и в тхэквондо, и в дзюдо – это коричневый пояс. Ага. А потом начинается система мастерских поясов. Ага. То есть, цветные пояса – это ученические пояса, а черные пояса – это мастерские пояса. Ага. А там пошло наоборот. Первый дан – это первая ступень, второй – еще выше, третий – еще выше и так далее. Ага, ага. В черных поясах у нас здесь у вас первый дан, третий дан, второй дан. Да. Все так получится, да. Так, то есть, Игорь, вы у нас как мастер, кстати, выше, выше второго дана, ну, третий дана. По поводу мастера не мне судить. Скажу так, если берем тхэквондо, традиционные школы корейские, там как считается? Первый, второй, третий дан. Ступень тренер. Почему так ее обозначили, не знаю. Uh-huh. Четвертый, пятый, шестой дан ступень учитель. То есть у них учитель считается выше тренера. Uh-huh. Да, и седьмой, восьмой, девятый – это уже мастер. Uh-huh. Да. И есть еще десятый дан – гранд-мастер. Но гранд-мастеров в мире там человек 15, наверное. Не в будет. Мире, я уже не говорю о нашем верхнем уровне, у нас нету. Да? У нас выше какое есть, встречается в Тверской области? В данный момент пятый дан у президента Федерации тхэквондо Тверской области. Это самый высокий в Тверской области. Пятый дан. Но речь, извините, я вас перебью, речь идет о олимпийском тхэквондо. Сейчас Игорь Николаевич рассказывал олимпийское тхэквондо, ВТФ, Всемирная федерация тхэквондо. Тот тхэквондо, которое я представляю, глобальное, ГТФ, Global Federation Тхэквондо. Я являюсь президентом федерации Тверской области, федерации тхэквондо ГТФ, но хотел небольшие коррективы. У нас нет коричневого пояса в тхэквондо ГТФ, ITF International Тхэквондо Федерейшн. Там идет красный пояс, но я про полоски говорить не буду. Не, это мы красный пояс, уже, да. Красный пояс и красный пояс с черной полоской, и дальше уже идет черный пояс, первый дан. И дальше уже, как Игорь Николаевич сказал, что с первого по третий – это помощник учителя, бусабом. Дальше идет учитель с четвертого дана и выше, сабом ним. И дальше уже там… Дальше уже… Мастер, гранд-мастер, да, и так далее. Сахем ним и так далее. Понятно. Алиночка, вот вы с детьми занимаетесь, да? Да. Тренер детской секции. Вы детям вот это рассказываете, что их ждет, какие даны, какие пояса или что? Или им из детского возраста это неинтересно? Чем мотивируете? Ну, мотивировать черным поясом, это, конечно, так общая большая это, ну, картинка. Они еще не понимают, наверное. Это. И для них это просто черный пояс, это круто, вау-вау, тоже так хочу. Естественно, вот это вот все, что сейчас рассказал Игорь Николаевич и Евгений Иванович, я им не рассказываю, потому что это, они просто этого не поймут, и нет никакого смысла. Они пока просто стремятся к черному поясу,
Я надеюсь, у большинства это получится. А черный пояс, как обычно, в каком возрасте, если человек способный? Ой, вы знаете, так индивидуально. Но вот в 90-е годы, когда я начинал активно тренироваться, я знаю, что в той же Корее дойти до черного пояса это было 8-10 лет занятий. Ого. Ну а как вы думали, за две недели что человек должен быть? Ну конечно, хочется, да, так да. как Оль, да, хочется да. сильно. Вот. Родителям очень да. хочется. Да, родителям. Вот да. я и шел, лет 10-11 я шел, скажу. Было жестко, строго, при том, что в те годы я был юный, молодой, выступал на соревнованиях, но тренер был строгий, и он говорил, что, ребята, чтобы эти знания не обесценивались, будете пахать. И не каждый выдерживал. У нас из 100 человек, может, человек 5 доходило, в лучшем случае, вот так вот. Ну, вообще, да. спорт, как бы мы всегда говорим о том, что, наверное, все знают, это не секрет ни для да. кого, это пахота. Да. Это прежде всего работа, да? Да. Жень, вы сколько шли к черному? Ну, у меня отдельная история, я не хочу... Ну, у меня, я сдал на черный пояс первый дан, мне было 20 лет. Это, угу. это был 91-й год. Ой, как давно это было. 20 лет у меня был перерыв, я вообще не занимался тхэквондо. И в 40 лет я опять вернулся к этому уже осознанно. Дальше уже там второй дан по ГТФ. Там по другим версиям у меня другие данные. Но сейчас конкретно о ГТФ. По поводу поясов хочу добавить. Есть тоже своя философия. Белый пояс, как объяснять детям? Белый пояс, это все прописано у нас в философии. Это чистый лист бумаги. Мы начинаем все с чистого листа. Вот как белый снег выпал, все с чистого листа. Желтый цвет, это цвет солнца. И так далее, зеленый цвет. Ну вот очень глубокая философия. И детям, вот наглядным примером, ты когда рассказываешь, они все это воспринимают. Да. И так, какие вопросы еще? Мы в пояса углубились, да? Я хотела еще у Алины спросить относительно того, с какого возраста у вас детки занимаются? Белый снег для кого у нас? Лично у меня белый снег – это вот 6-7 лет. Можно чуть раньше, но это исключительные случаи. Вот надо, чтобы я посмотрела на ребенка, может, не может. Если может, то пожалуйста. Не может, ну, значит, еще нужно годочек посидеть или чем-нибудь другим позаниматься. Ну, я знаю, что вот Игорь, например, да, вернее, Евгений, у вас с 4 лет, да, детишки? Да, с 4 лет. И сейчас я заявляю, с 3 лет можно заниматься. И когда я... Вот рассказывал вам, когда я тренировал в детском садике, там было заявлено с 3 лет. Ты просто заходишь в группу и смотришь именно по уровню развития ребенка. Бывает 3 года, он такой еще, мама, где я? А бывает 3 года, он уже осознает, он уже понимает, он уже выполняет команды. И первый год обучения – это физическая подготовка. Да, в основном физическая подготовка, потому что к нам приходят дети, с физической подготовкой, оставляет желать лучшего. Физическая подготовка, она обязательна? Это чтобы человек, маленький человек, просто делал зарядку с утра? Какая физическая подготовка? Или уже чем-то занимался? Ну, я бы назвала это физической подготовкой все-таки с элементами тхэквондо. Да, да. Красиво ножку поднять, какие-то самые простые элементы техники. А кто должен учить, как ребенку красиво поднять ножку? Родители? Пока он не ходит к вам. Пока он к вам не ходит. Пока он еще, может быть, не определился. Зачем родители думают, зачем ребенку красиво поднимать ножку, если, возможно, он будет художником? Или великим пианистом? Вы знаете, что скажу? Вот тут у нас приходил Михаил Рожков, тренер по ушу. Ага. Я помню, когда прочитал его пост. Года полтора назад он рассказал про своего учителя. Как учитель воспитывал своих детей. Там у него и сыновья были, и дочки. Вот. Но этот принцип, он пойдет не только на своих детей, вообще, восточный принцип. Он говорил так. Он собрал мальчиков, говорит, ты можешь быть кем угодно. Ты можешь быть художником, ты можешь быть инженером, бизнесменом, политиком, ради бога. Но в первую очередь ты мужчина. Когда ты женишься, у тебя за спиной будет жена и дети. И в любой ситуации ты должен за себя постоять. Это да. То есть у них это не обсуждается на Востоке, понимаете? Вот. У девушек тут другая ситуация. Ну, опять же, прикладной аспект тоже имеет значение, возможность себя постоять. Но девушки, как правило, занимаются по-другому. Им это просто нравится. Как-то Алине нравилось, да? Алина, для чего? Девочек много приходит маленьких заниматься? Да. Да, много. Много девочек. И какой мотив? Что родители говорят? Потому что девочки, наверное, не могут считать, сами сформулировать, что им надо. Или уже говорят? У девочек, наверное, скорее... Элементы тоже такие небольшие, самообороны.
все равно тэквондо — это растяжка, все равно тэквондо — это координация, пластика даже в каких-то моментах, поэтому девочкам то тоже есть чему поучиться. То есть, если она захочет стать участницей конкурса красоты, то, пожалуйста, милости просим к вам. Да. Да? То же самое, это все это дает. Да. Еще хочу добавить, вот, что касается тхэквондо, вот наши девушки, я не буду трогать другие виды спорта, они настолько красивые, женственные. Нет такого, чтобы, знаете, вот такие тумбочки. Ну вот можно выходят. На Алину посмотреть. Да, да. Кто-то сказал, вот да, что она занимается такими. У нас все такие. Да. Но есть, конечно, физиология. Если там девушка склонна к полноте, но если мама у нее, папа полный, то, естественно, да, это от физиологии зависит. Но именно в тхэквондо девушки настолько грациозные. И еще одна, я бы еще добавил, почему девушки занимаются тхэквондо. Это очень здорово повышает самооценку. Не только у девушек, но и у парней. Повышает самооценку, потому что человек с заниженной самооценкой, он, ну, ему очень тяжело в жизни. Очень тяжело. И прокачивает в девушке женственность. Это здорово, тут Игорь рвется. Нет, не рвется. По поводу самооценки. На протяжении долгих лет, которые я занимаюсь тренерской работой, и у меня, и других тренеров, замечал такую картину, что бывает... Девушка, бывает и юноша тоже, ну, поступает в институт куда-нибудь, да, там университет, продолжает заниматься. А бывает еще раньше в школе, и говорят, зачем тебе это надо, там, не женское это дело, и прочее, 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 и она этому начинает поддаваться. Не каждый раз, но бывает. А некоторые не поддаются. Так вот, это они говорят не потому, что они думают о ней, как раз про нее-то они вообще не думают, а они думают про себя. На ее фоне они испытывают комплексы полноценности. Вот психология. Да, и когда девушка чем-то занимается, а мужчина такой закомплексованный, ущербный, он чувствует, что она... Мы сейчас обидим всех, кто не занимается. Нет, я говорю, мужчина ущербный по своему характеру, он понимает, чтобы быть с ней на одном уровне, надо встать на эту же ступень. Да. А чтобы встать на ступень, надо самому заниматься. Прилагать усилия. Да. Ну или хотя бы быть там, да. В науке, быть да. Первым. Да, или, там, неважно где, да. Вот. Я не говорю же именно про единоборство вообще. Да. А вот, поэтому легче что сделать? И опустить ее до своего уровня. И отсюда начинается. Ну это, конечно, да, психологически да, легче. Да. Вот умные девушки это понимают, они не ведутся на этих дурачков, скажем так. Ну не все это понимают, к сожалению. Вот так вот. Уже зависит от самой девушки, от ее... воспитание, от ее духа, от ее характера и прочее. Это как мы предупреждаем, чтобы не велись на уловки мошенников. Да. Так не надо вестись на такие уговоры, уважаемые товарищи спортсмены. Буквально скажу, я когда пришел из армии, перед тем, как пойти служить в полицию, где-то 6 месяцев я работал на вагонном заводе, так получилось. Я в полицию устраивался долго, ходил на завод, работал. А там как было? Я сейчас не буду называть цех, не буду называть... коллектив, ну, конечно, я понимаю, сейчас уже изменилось, я знаю, что там уже порядок. Ну, тогда, в начале 90-х, был бардак. Ну, как вот. во всей стране. Да. И бывало, после работы мужики оставлялись, говорят, пойдем с нами. 5 грамм. А я не хочу, у меня тренировка. И они могли поверить, почему я отказываюсь. Они же меня угощают, а я отказываюсь. Наверное, болеешь. И тогда они сказали... Недоверие такому человеку. И тогда, знаете что, пошел про меня слух по цеху, что этот парень издевается над нами. Он прикалывается над нами. Да. Я вот иду по цеху, мне показывают, мужики работают, встают, вот этот парень над нами издевается. Издевается над нами. То есть у них в голове это не могло никак отложиться, что человек может не выпивать. Понимаете, вот так вот. Вот, кстати, сегодня Женя вот недавно сказал, что вот не все девушки, вот может быть она физиологически девочка быть пухленькой. Вы всех конституций берете детей, Алина, и пухленькие тоже у вас занимаются? И пухленькие, и худенькие, и вообще какие угодно любые. А вот, ну, что касается особенных детей, у нас был гость студии, великолепный мальчишка, который здесь сам, правда, все вырубил, здесь весь свет, но умненький, ведь достиг высот. Да. А, кстати, ребята, мы пережили несколько месяцев, с вами не виделись. Достижения какие-то есть, вот начиная даже с конца весны. Может быть, какие-то уже соревнования, как провели лето, Алин. У вас как детей хватило в новый набор? Новый спортивный год начался. У меня хватило детей. Даже много. Ну, еще не так много, как хотелось бы. Я уже устала. Мне уже нужны новогодние каникулы. В лето.
лето мы занимались, со многими детьми мы занимались индивидуально, на свежем воздухе, в роще. Вообще замечательно. Сейчас мы готовимся к аттестации очередной на цветные пояса. Многие детки будут сдавать на свой первый в жизни пояс. Все под впечатлением. Учим необходимые упражнения. Все у нас хорошо. Весной вот планируем участвовать в соревнованиях. Надеемся превзойти наш прошлогодний результат. Вот, кстати, значит, соревнования и санкции, которые коснулись многие виды спорта, но не можем мы принимать участие в международных соревнованиях. Игорь, как-то сказывается на тхэквондо, что вынуждены в чем-то вариться в своей тарелке или нет, или у нас обширное поле для деятельности? Ну, на территории России проблем никаких нет. Как развалится, так и развиваемся. С дружественными странами, такими как Китай, Индия, Иран, тоже нет никаких проблем. Восток, да, та же философия, откуда пошла. Вот. Ну, а что касается Запада, ну, так читаю статьи, смотрю телевизор, ну, да, где-то есть препятствия, как везде, не без этого. Да. Но это не мешает мотивации спортсмена? Нет, нет. Я скажу, на территории России сейчас появляется много интересных турниров, вот, так что нормально все. Что касается нашей федерации, именно сейчас вы правильно заметили, да, и эта политика и России, которая направила свой взор в сторону Азии, Средней Азии, в сторону Востока, у нас то же самое. То есть, если там какие-то Запад, какие-то санкции якобы нам ставит, то ничего страшного, у нас проходят чемпионаты мира, проходят чемпионаты Европы. Вот недавно был чемпионат мира в Киргизии. Там были вот страны, вот, которые Игорь Николаевич перечислил. Uh-huh. Там Пакистан, Индия, все вот эти страны, они все здесь, они все с нами. Потом президент Федерации Европейской у нас вот сейчас недавно, Пако Белосо, он с Аргентины. Он много лет он жил в Аргентине, сейчас он переехал в Испанию, вот он был в Киргизии. Он приехал со своим сыном. У Пако Белосо 9-й, да, тхэквондо ГТФ. У сына, я не помню, в 6-й или 7-й дан. 6-й точно. Вот, что касается этих санкций, ну, это нас делает сильнее. Нас делает это сильнее. И по поводу соревнований, вот именно вот у нас, тхэквондо ГТФ, каждый месяц проходит соревнования. 1-2 соревнования. Вот мы из соревнования в соревнования. Вот сейчас были в Ярославле. До этого мы были в начале ноября. Мы были в Казани на чемпионате России. Вот Петр Грязнов по поводу маленьких мальчиков. Вот даже про него недавно передачу снимали. Uh-huh. Вот Надежда Семенова приезжала к нам в гости. Мальчишке 7 лет. Вот он занял первое место на фестивале цветных поясов. Именно там съехались со всей России. У нас 68 регионов относятся к Федерации тхэквондо ГТФ России, а регионов всего 82. Ну, в ближайшем будущем все будут с нами. И вот мальчишка сражался. Вот в чем плюс, меня коллеги поймут, если ребенок слышит тренера во время боя, во время спарринга, потому что они в этих шлемах, это представляете, вас окунули в аквариум. Угу. И там кто-то рот открывает. Да, да, и нужно, там скандируют, и публика кричат, давай, давай, и тебе нужно из всех вот этих голосов нужно именно услышать голос тренера. Это знаете, как у пингвинов? Маленький пингвинчик, он всегда он пикает, маму зовет. И из тысяч пингвинов родитель узнает его голос. Ну, как у птичек, то же самое. Я все удивляюсь, как кормлю птиц, как они узнают, что им уже положили. Да? Они одна скажут, и все понимают. Да, и поэтому, когда ученик выполняет четкие инструкции тренера, он выигрывает. Это вот 70% победы. Вот Петр Грязнов, он слушал меня. А это дорогого стоит. Когда ты в этом шлеме, в этом аквариуме учишься слышать. И вот он занял первое место. В нем 20 килограмм веса. Его поставили на пьедестал, одели медаль. На килограмм, наверное, весит. У него шея нагнулась сразу от медали. Кстати, Игорь, а насчет ветеран, возраст здесь имеет значение? Вот вы уже, вот я перечисляю, да, это победитель турнира среди ветеранов, да? Да. А в возрасте, когда люди находятся, не пропадает раш вот этот спортивный? Скажу так. Чтобы шею отвешивала медаль. Вот в октябре этого года от нашего клуба мы ездили в Москву, там проходил международный турнир. Вот, и одна из категорий это была ветераны спорта. Ну, 40+.
Угу. Вот. И там участвовали ребята. Ребята, как команде туристической, 60 лет тоже ребята. Да, ну ладно. Ребята, мужчины из наших секций участвовали. Угу. Вот. Одному из них уже лет 48 исполнится в декабре. Угу. И вес 100 килограммов. Игорь. Угу. Он здесь был, помните, только здоровый. А, ну да, 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 да. Двигается как молодой. Когда узнали, что у него 100 кг, во-первых, его соперник, который был чуть по... ниже ростом, еще поменьше, километров на 10. Он думал, что его переиграет за счет скорости. Он не знал, что только выйдет здоровый. И насчет Игорь так двигался, что я сам смотрел и думал, неужели это он? Так что, да, они взяли призовые места. Один взял даже первое место. Вот Станислав Следков первое место взял. Можно, можно. А насчет куража, это зависит от внутреннего состояния человека. Вот. Можно в 30 лет быть стариком. А ну, мы да, да, общаться да. быть молодым. Вот, как все. Мы всегда да. говорим, да, вставай с дивана, да, иди, иди, да, занимайся, иди, да. Тем более сейчас зима, да? Зимой как-нибудь тренируете еще, Алин, вот есть другие, может быть, виды спорта, двигаться, может быть, даже играть в снежки, лепить снежную бабу, как-то практикуете с ними какие-то игры с детьми, вот дети? Вот пока нет, потому что я переживаю за организационные моменты в плане... Ну, вы понимаете, я одна с 9 детьми пойду играть в снежки. Мало ли что, я пока переживаю. Пока они еще не научились слышать меня и, самое главное, принимать к действию услышанное. Поэтому пока ни о каком выходе в свет, говорить не стоит. Но я надеюсь, когда-нибудь мы соберемся летом. Ну, на самом деле, что касается снежков, сразу, если можно организовывать, можно там взять родителей, которые будут присматривать за детьми, и в Чуприяновку на тюбинге. Да, где, да. Это ж такие впечатления. В одно из воскресенья, в одно из суббот. Это ж какой драйв. Вот как раз вот сейчас будут зимние каникулы новогодние. Взять их в охапку, всех девятерых. Это, а представляешь, их будет 30. Но с каждым ребенком будет его родитель. Поэтому вот время провести хорошо, попить горячего чайку с морозца. По поводу ветеранов, хочу вернуться к теме. Да, Игорь Николаевич, вы меня все время перебиваете. Вам дали слово, дайте мне сказать. Нет, а я что, не ветеран? Я тебе скажу, по поводу на улице, Алина, если будет 30 детей, не переживай. Евгений Иванович не поможет. Со своими бы справиться. Только приходите со своим тюбингом. Да, со своим чаем. Ребят, просто время, мне такой разговор нам договорить. Ветеранам скажем. Да, да, значит, ветеранское движение у нас растет. И когда в свое время я приезжал на чемпионат России и по ветерану выступать, я там месяц готовился. Я готовился, я заряженный приезжаю, и среди ветеранов я один. Я говорю, ребята, сколько, 15 миллионов в России? Неужели мне не найдут соперника? Я подошел к президенту нашей федерации, Халилову Дамир Диляровичу, президент Федерации России, Тхэквондо ГТФ. Он говорит, Женя, ну займись этим вопросом, создай чат, создай группу WhatsApp. И я создал группу WhatsApp «Ветераны России». И сейчас в этом чате очень много ветеранов, черные пояса, а сейчас ветеранское дело помолодело. Вот сейчас был чемпионат России в Казани в начале ноября. Вы знаете, сколько белых поясов? 54-го года, 64-го года. Ему 58 лет. Он белый пояс, все, ветеранское растет, наше движение. И мы показываем своим примером, пример молодым, детям. Уважаемые друзья, у нас 3 минуты осталось. Давайте говорить, приглашать, если есть возможность, куда обращаться, кому обращаться. Одну минуту, да. Я обещал, Ирина, одну минуту, я обещал. У меня сейчас мечта, которую я реализовываю, я хочу собрать интернациональную группу. Сейчас я активно знакомлюсь у нас в городе с индусами. Есть у меня афроамериканцы знакомые. И сейчас, вот буквально сегодня я познакомился, парень, его зовут Мадиша, и две девушки, это студенты из Индии, ребята, я вам передаю привет. Наш медицинский, да? Да, да, да. А девушки, они с первого курса, они не знают еще русский, не выучили. Вот Мадиша, этот парень, он был переводчиком. И у меня будет группа вот такая. Тогда ищем Женю Чернова, да? Ищем, вся интернациональная группа создается. Если вы ветеран, в кого еще можно, Игорь, пригласить? Сейчас еще не поздно. Кто может вливаться в ваше движение? Да, любой возраст. У меня группа старшая, начиная с 14 лет. А у Алины Валерьевны с 5, 6, 7 и до бесконечности. Ну, до 12 я. 13-14 плюс уже ко мне. Да, вот у меня 3 плюс. Выходите, много групп. Есть молодежка, есть любовь. А, Марин, кого приглашаете, прежде всего, к родителям обращаетесь? Да, прежде всего обращаюсь к родителям. Особенно к родителям детей
которые очень подвижные, гиперактивные, вам к нам. Так вот скажу. Мы что можем говорить? Это в чем-то безопасный вид спорта, да? Это своя философия. Абсолютно безопасный. И это укрепление и духа, и тела, да? Тхэквондо. Давайте последняя минута оду тхэквондо. О чем это? Самодисциплина. Да. Тренировка духа. Я поставил на первое место. На самом деле мы через спорт мы учим детей добиваться своих целей. Они в спортзале пашут, как вы правильно выражаетесь, Ирина, они зарабатывают медали, но потом это все переносится и в жизнь. И я говорю детям, что вы по жизни победители. Вы родились, вы уже победитель. И в жизни они добиваются успеха не только в спорте. Они добиваются успеха, они счастливы. Они самореализуются. И это счастье ведь можно на годы вперед нести, да. Это на всю жизнь, да? Крайний возраст есть какой-то потолок? Никаких. Хоть до 80, хоть до 90 лет, пока, ты неси свое счастье. Пока ноги ходят, можно заниматься. Это да? Отлично. Вот да. Это, наверное, главный аргумент. Спасибо вам огромное. Я надеюсь, что еще кто не знает про вас услышал, будут приходить к вам и повышать свой дух, да, который нам очень нужен сейчас в нашей стране. Да. Спасибо огромное. Здоровья вам. Спасибо. Хороших учеников. Новых побед. Всем удачи. Спасибо большое. До свидания. Спасибо.